Политолог не исключает, что будет сделан акцент на институционализацию власти вместо привычной персонализации. 27 января в столице Казахстана прошло заседание политсовета партии Нур Отан. А на 28 января запланирован съезд, на котором, как предполагают многие, Касым Жомарт Токаев будет избран председателем этой партии. Что может измениться в политике правящей партии с его приходом, рассказал в интервью информбюро политолог Газиз Абишев. Итак, уже решится вопрос о передаче полномочий председателя партии власти от первого президента Нурсултана Назарбаева к действующему президенту Касым Жомарту Токаеву. Что после этого может измениться? Как новый председатель Нур Отана Касым Жомарт Токаев сможет либо увольнять депутатов, либо побуждать следовать его генеральной линии? И точно так же обстоит дело с депутатами Нур Отана во всех маслихатах страны. Почему так важно, чтобы действующий президент был еще и лидером партии? Казахстан – это суперпрезидентская республика. У президента, который является также верховным главнокомандующим и председателем Совета Безопасности, и без партии в руках довольно много полномочий. Поэтому даже если Токаев не станет лидером Нур Отана, у него все равно останется большой объем полномочий. Но на нынешнем этапе, учитывая кризис, который мы пережили в январе, и тот факт, что сейчас завершается политический транзит, Касым Жомарту Токаеву необходимо трансформировать политическую систему, исходя уже из своего видения, и благодаря правящей партии он сможет делать это более эффективно. Изменит ли Нур Отан свой политический курс? Я не исключаю, что он может быть скорректирован. Тем более, что президент в своем вечернем эфире в Твиттере провозгласил курс на новую политическую культуру. Мы пока не знаем, что это точно означает. Но может быть будут расширены свобода слова и экспертные дискуссии. Может быть будет сделан акцент с персонализацией на институционализацию не только верховной власти, но и власти на местах. Я думаю, что все это будет отражено в новой программе правящей партии, после того, как ее лидером станет президент Токаев. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.